Привет! Куличики, всем привет! Вы на канале Наташа Беби. Сегодня мы будем открывать яйца! Яйца! Ух ты! У тебя так много яиц сегодня! Семь! Семь? Да ты что? Я хочу с розовых. Ну давай, начинай с розовых. Покажи, что это за яйца. Наташа Беби! Ну-ка. О, из магазина. Забавный сюрприз. Вот такое яйцо. Ну, давай. Открываю. О, какой шоколад. О, моя дырочка. Ой. Положу сюда шоколад. Положу сюда весь шоколад. Положишь сюда весь шоколад? Да. Ну что же там есть? Угу. Цветок опять! Ну-ка покажи. Цветок! А, вот такой цветочек, как у нас уже был один, да? Да, вот это прикол. Да, вот такой цветочек у нас уже был. Мы его уже собирали. Этот. Сейчас я его быстренько соберу, подожди. Вот тут такие красивые детальки, замечательные. И этот цветочек я уже знаю, как собирать. Это делается вот так. Сюда вставляется поддон в горшочек, чтобы вода не протекала. Так, листики в дырочки. Такие красивые листочки в этом цветочке. Синий, зеленый. Дед Мороз. И красный. Так. Это я хочу поскорее это. А ты мне все дала детали? Да. Да? Что-то тут я опять не вижу все детали. А, вот они. Давай, скорей. Ты вот не все они. Не забрала. Да, это не все были. Вот теперь будут все. Делаем вот так. И сейчас я сверху одену цветочки. Они, знаешь, немножко... Разные. Немножко разные все-таки. Да. Разного цвета, чем там был желтый один цветочек, а здесь желтого нет. Так. Тут оранжевые. Так. О, такая красота. Получается просто прелесть. А я тут что-то пищу. Вот какой прекрасный цветочек получился. Ставь его рядом с собой. Так, а бумажки убирай в сторону. Давай открывать это. Давай. Это легко. Легко открывается? Да. Просто вот так и делаешь, и все. Ну давай, что же там? Все. Интересно. Так. Оранжевая капсула. Оранжевая капсула. Бумажку в сторону убирай. Вот, чтобы у тебя там красота была на столе, порядочек. Ой, что это? Это какой-то тигр. Какой-то тигр? Ну-ка, а что это? А вкладыша нету никакого? Нету. Так, какой-то тигренок. Слушай, это знаешь, это как значок. Его можно прицепить, например, на карман или на какую-то одежду, и он будет украшать. Вот такой красивый значок. Тигренок, на, клади рядом с цветочками, открывай следующее яйцо. Хочу вот это. Давай. Это вы спрятала. Которое ты спрятала? Угу. Ну, давай, открывай. Может, там тоже цветок? Сейчас посмотрим. Будет смешно, если там тоже цветок. Так, молодец. О, желтый.
желтая капсула. Желтая капсула? Давай посмотрим, что же там внутри. Очень интересно. По-моему, тоже значок. Лягушка. Покажи. Лягушка. Ой, какая лягушка веселая. Улыбается. В шляпке. Ничего себе. И у нее даже вон бантик на шее. Бабочка. Это лягушка-джентльмен в шляпе с бабочкой. Классно. Слушай, ее тоже вот можно прицепить на карман, на одежду, на сумочку. Все что угодно. Да, она будет украшать. Да, даже на собаку. Да, даже на собачку можно прицепить. Вот это клоуном. Дай посмотрю, что это за яйцо такое. Клоун. Так. Золотое. Молочный шоколад. Здесь клоун. Написано цирк. Очень интересно, но что же там. Сзади что-то еще ты не показала. А сзади здесь тюлень. Вон нарисован. Цирковой, дрессированный. Давай открывать. Посмотрим, что же там. Да. Интересно? Чуть-чуть разбился. Чуть-чуть разбился шоколад? Да. Ничего. Нет. Ничего. Так, бумажки в сторону. Молодец. Зеленая капсула. А, желтая. Желтая капсула. Давай посмотрим, что там внутри. Там цветочек. Нет. Что-то машинка. Сейчас мы посмотрим. Я ножницы открою. А тут не надо ни ножницы. Я открою. Ну давай вот так мешочек распакуй. Не знаю. Тут не показано ничего. Так. А вот так. Сейчас мы посмотрим. Вот такая машинка. Сейчас мы ее соберем. Это гоночная машина. Ух ты! Гоночная, значит, она очень быстро может ездить. Так вот, колесики надо вот сюда внутрь вставить. Я так полагаю. Ну-ка. Колесики. Так, а теперь... Видимо, это должно быть вот и так. Посмотрим. Ну-ка. У меня последний Kindle. Да почему последний? Еще у тебя там. Ты. Вот. Вот такая получилась гоночная машина. Вот она какая. И колеса у нее крутятся. На. Хочу посмотреть. Так, что же там в следующем яйце? Ну-ка, 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 ну-ка. Полосатый. Полосатое яйцо? Ага. Солнышко нарисовано. Так, желтая капсула. Что же там у нас? Давай посмотрим. Ну что, тоже машина? Такая же? Нет, другого цвета, но такая же, синяя. Так, точно, такая же машина гоночная, только желтая и синяя, а та была красная и зеленая. Ну, сейчас посмотрим, может она хоть немножко другая. Так, нет, такая же гоночная машина. Так. Сейчас а я тоже... Вот она. Машины. Это не защелкивает. Нет, вот так она вся держится. Тут вон даже как будто человечек сидит. Да. Вон он. Тут тоже. Гонщик. Тут тоже как будто человечек. Да, это гонщики. Там тоже человечек сидит. Ну, ставь рядом еще одну машину. Так, давай дальше. Осталось вот эти. Давай. А,
Ну-ка, а что там такое? Там такое интересное яйцо, да, с прорезью. Давай я попробую. Не открывается. Не открывается. Какое-то хитрое яйцо, да? Ничего себе, тут вот двойная какая-то капсула. Так, открывается вот так. Интересно. Сейчас я посмотрю, что здесь. Тут, наверное, Наташа какие-то конфетки. И шоколад. Покажи. Смотри, конфетки, шоколад и ложечка, чтобы это есть. Будешь пробовать? Покажи. Давай. Так, и тут какой-то еще был вкладыш. Сейчас я его посмотрю, что там написано. Шоколад какой. Ну-ка. А шоколад вкусный. Вкусный? Здорово. Как мед. Ой, Наташа, тут еще какие-то наклеечки. Тут какие-то страшилы такие прям. Ой, какие страшилы. Это наклейки как тату. Их можно наклеивать на руки, на ноги. Вот, смотри какие. Посмотри. Последнее яйцо, да? Да. Что же там интересно? Да. А, ну мы теперь знаем. Там, наверное, шоколад, конфетки и еще что-то. Может быть, картинки снова. Так, интересно, интересно, давай. Так, вот опять такое яйцо. Только они крупные. Так, и что же тут? Наверное, мне больше всего понравились гонщики. Вот эти машинки больше всего понравились, да? Да. И так. Шоколад. А здесь, Наташа, вот такие наклеечки красивые, не страшилы. Один даже уехал. Frozen. Один даже уехал. Холодное сердце. Из сказки «Холодное сердце» персонажей. Смотри. Красота? Они победили вместе! Они соревнуются у тебя, да? Да, они вместе победили! И получают приз шоколад. Шоколад. И вот эти призы им можешь выдать. Тигренка, да. Лягушку и цветочки. Они все призы. Все. Все призы забирают? Да. Что, понравились тебе сегодня яйца с сюрпризами? Да. Классные. Ну что? Да, мне понравились машинки вот эти. Машинки понравились. Ну что, всем пока. Ставьте лайк. Да. Всем пока. Ставьте лайк.